Украинские каратели выпустили 40 снарядов по жилым домам в Донецке. В результате обстрела разрушено несколько жилых зданий, выведены из строя подстанции хлебобулочного и хлопчатобумажного комбинатов. Фашисты с утра продолжили атаку на Донецк. В Киевском районе не осталось ни одного жилого дома без повреждений. Обстрел ввели из установок «Град». Местных жителей массово эвакуируют. Обстрелу также подверглись Петровский и Ворошиловский районы города. По предварительной информации, самолеты, бомбившие Донецк, летели с базы НАТО в Румынии. Бомбардировщики, бомбившие гражданские объекты в Восточной Украине, летевшие с опознавательными знаками ВВС Украины, были связаны с военно-воздушными базами, находящимися в Румынии и Молдове. Они были оснащены, а некоторые, возможно, пилотировались поляками и израильтянами. Украинские каратели пытаются вывести наемников из-под Горловки. По словам ополченцев, каратели несут большие потери в технике и личном составе. По словам защитника ДНР с позывным «Малыш», каратели пытаются организовать коридор для отхода своих наемников. Они пытаются вывести их, потому что они стоят дорого. Каратели несут большие потери. Участие в боях принимают выходцы из разных стран. Есть и поляки, и афроамериканцы, рассказал «Малыш». Два украинских снаряда залетели на ферму в Ростовской области. С территории Украины через российскую границу перелетели два артиллерийских снаряда. Они попали в частное хозяйство Ростовской области. Один из снарядов сильно повредил дом и хозяйственную постройку в селе Куйбышево Куйбышевского района Ростовской области. Пострадавших нет. Об этом сообщили в погранслужбе управления ФСБ Российской Федерации по Ростовской области.